сидеть невозможно. Вот мне показалось под самое утро какой-то газ. Вот для меня вот. Не то, что вот эти вот были, как свинофермы эти все. Да, там явно оно чувствовалось, оно проветрит, и мы, ну, не привыкли, но жили с этим. Даже свалка. А это, да, и свалка не так была, да, горела. А это вот какой-то вот даже во рту какой-то осадок вот такой вот нехороший. Здрасте. Впервые здрасте. Это было или нет? Это вот уже недели. Недели две или три, наверное, назад. Недели три. Вот первое было сильно, вот с субботы на воскресенье три раза был вот этот и выброс. В 11, в 2 и пол седьмого. Вот только-только проветрит и опять, только проветрит. Это, и ужас, это вообще какой-то ужас был, да. Это ужас. Вот утром встаю, сейчас думаю, воздух свежий, закрываю на ночь. Открыла вонь, закрываю быстрее форточки. Это. И оно не выветривается. И не выветривается. Так в коридорчике, так вообще, вот утром выхожу, закрыто окно. Уже все. Оно идет ветром. Да. Откуда ветер куда дует, ветер, вот начинает, куда? И мы же перезваниваемся потом ночью, говорит, оттуда. А потом стоит все. Люди пишут вот, все всю ночь. Вот мы сегодня всю ночь общались, потому что невозможно не... Хоть если плохо уж станет кому-то, так хоть позвоним друг другу, что ли. Я бы уже скорую да, вызвала, мне плохо. Реагируют маленькие животные, вот котята, цыплята. Они, видимо, еще не женщина к этому, писала, да. Утром, говорит, вынес, вечером вынесла на улице, чтобы попрохладнее было. Утром встаю, 8 цыплят нету. И... Откуда он идет? Да. Откуда он идет? Не знаю, знать откуда. Потому что ну, не то, откуда может быть. Точно, знакомый запах карбид, точно. Карбид в перемешку с хлором. Кто-то из города писал, из 4 ВБ, тот оттуда носил. Когда и что делает администрация по ликвидации данных запахов агрессивных? Посмотрите, неделю, смотрите, в выходные начали поступать ко мне сообщения. Поступали в СМИ. И ДДС звонили, жаловались на запахи. Мы от себя направили уже все запросы в Роспотребнадзор и в Минприроду и экологию. А сегодня приедет с Минприроды замминистра сюда. Он где-то, наверное, часа через два будет уже здесь у вас на месте, будет обследовать. А компания «Аргон», у вас жаловались жители, одно из предположений, что был «Аргон». Они мне ответили в письме, что у них никаких запахов нет, проводите у нас проверку. Смотрите, какая ситуация. Происходит это все ночью. Когда мы знаем. Ни до кого не дозвонишься, никого нет. Вот смотрите, я вчера ехал с Саратова, я вчера ехал с Саратова в районе 12 часов. Да. И также чувствовал этот запах, даже находясь в машине. Вчера поэтому я еще раз говорю, в 2 часа ночи приезжал, то же самое сегодня с прокурором города Балаково общались, Балаковского района, то же самое все. Поэтому еще раз говорю, давайте немножко терпения, мы сейчас выявим в любом случае нарушителей, откуда поступают эти запахи. И на вас надеемся очень, но у нас, конечно, ситуация такая, что на самом деле она... Нет, это критично, естественно, это жизнь, здоровье людей, это в первую основная очередь. Основная инстанция, остальная, единственная, наверное, подавать коллективные иск. Я еще раз говорю, вот... На все происходящее. Я еще раз повторюсь, первое, это самое основное, это жизнь, здоровье людей. Да. Поэтому да, сегодня они все это у нас закон, на контроле будет. В эти выходные поступила информация мне в чаты и со службой ДДС о запахах химического там, воздействия. Сегодня выехали замминистра сюда, сейчас создадим штаб и будем оперативно отрабатывать вместе с жителями, вместе с Минприродой, выявлять, откуда идет запах.